Ярким синим пятном в одном из классов Мурманской кадетской школы выделяется новая парта героя. На ней российская символика и имя – Сергей Бойко. Это служащий Печенской мотострелковой бригады Северного флота. Он участвовал в специальной военной операции и за особые заслуги был награжден звездой героя. Узнали из новостей, смотрел новости, с утра посыпался, когда в школу, смотрел новости за завтраком и слышал. Парту героя открыли в рамках тематических уроков «Разговоры о важном». Первый в кадетском классе посвятили разбору понятия «герой». Александра Пескова, Элина Шагенова, Павел Третьяков, ТВ 21+.